Из резервного фонда правительства России дополнительно выделят более 208 миллионов рублей на повышение зарплаты работников федеральных государственных учреждений культуры. Распоряжение об этом размещено на сайте Кабинета министров. Это касается работников музеев, библиотек, театров и других учреждений. Деньги выделены для того, чтобы зарплаты работников культуры достигли показателей, установленных майскими указами президента в 2012 году, уточняется в пояснительных документах. А по одному из этих указов с 2018 года заработная плата работников не должна быть меньше, чем средняя в регионе, где они трудятся. А в этом году должна быть не ниже 90% от среднерегиональной зарплаты. И 208 миллионов должны позволить выполнить показатели этого года, сообщает «Российская газета». И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 33 копейки, евро 69 рублей 20 копеек.